Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Казахстан, Россия, Беларусь. Больше 4000 километров переодолеют удельники международного автопробега, присвеченного памяти героя Советского Союза Жумагали Курдыкараеву и 72-й годовине перемоги в Великой Айчинной войне. После реставрации сегодня у вёсцы Старая Белица Гомельского района открылся помник мясцовым жыхарам, якія загинули у Великой Айчинной войне. Яны стали донорами крыві для солдат вермахта, а затым были закатаваныя и спаленыя. Ахвяр нечалавечай жорсткасці вспоминали у Чырвоным беразе. У Нароўлі з'явілася яшчэ одна дзіцячая гульнявая пляцоўка. Такі падарунак гораду зрабіла Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Гэты дзень будзе заўсёды нагадваць нам аб гераізме і стойкасці абаронцаў радзімы, незаменных стратах і разбурэннях, якімі аплачана свабода цяперашніх пакаленняў. Кіраўніцтва Гомельскай вобласці павіншавала жыхароў рэгіёна з надыходзячым днём перамогі. Мы аддаем даніну глыбокай павагі кожнаму, хто ваяваў на перадавой і ў тыле. Успамінаем усіх, каму не наканавана было вярнуцца з палёў бітваў. Тысячы жыхароў нашай вобласці загінулі ў баях за радзіму. Памяць аб героях вялікай айчыннай вайны заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах, гаворыцца ў віншаванні. Ветэранам Вялікай Айчыннай вайны кіраўніцтва вобласці пажадала моцнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, бадзёрасці духу, увагі і клопату блізкіх, а ўсім жыхарам Гомельшчыны святочнага настрою, шчасця, міру і дабрабыту. Казахстан, Россия, Беларусь. Больше за 4000 километров переодолеют удельники международного автопробега, присвеченного памяти героя Советского Союза Жумагали Курдыкараеву и 72-й годовине перемоги в Великой Айчынной войне. Его удельники – ветераны, письменники, журналисты, историки. Казахстанский народ унес великий уклад у перемогу у той войне. Каждый четвертый казахстанец воевал на фронте або працавал у тыле. 615 человек отримали звание героя Советского Союза. Зараз у живых няма ни водного з их. Увогуле ж у Украине проживая каля 2000 удельников Великой Айчынной. Один из героев тих суровых часов Жумагали Курдыкараеву и его подвиг, и, на жаль, его смерть связаны с Гомельской областью. У вересні 1943-го он один из первых переправился на правый берег Дняпра и разом со служивцами утрымливал плацдарм усю ночь, покуль его рота форсировала раку. Было это неподалеку от села Камарын Брагинск района, а загинул он у студени 44-го при вызволении Мазыра, так и не отрымавши золотую зорку героя. Пахаваны у райцентры у братской могиле. У Гомеля удельники пробега склали кветки до мемориалу на площади працы. Так яны рабили у кожным городе, где спынялись. Заховывать память об героях Великой Айчынной войны и их подвигу – головная мета пробегу. Героизм, чувство любви к родине. Вот сегодня, значит, наш визит, цель нашего автопробега – об этом говорить, значит, молодым людям, чтобы они знали, за что они боролись. Вот, они боролись за свободу своего народа, вот, за процветание, за мир. Сегодня удельники пробегу наведают Мазыру, складут кветки на братскую могилу, где похованы Жумагали Курдыкараеву. День перемоги казахстанская делегация сустрэне у Минску, где и финишуя пробег даўжынёй у 4000 километров. После реставрации сегодня у вёсцы Старая Белица Гомельского района открылся помник мясцовым жыхарам, якія загинули у Великой Айчынной войне. На мемориальных плитах выбиты имены 120 воинов. Гэты помник з'явился тут ровно 40 годов тому, але с часом имены на им почали стираться. Разглядеть прозвище тех, кто отдал свое жизнь за великую перемогу, стало амаль немагчыма. Тут увековечены имены братов, у тым ліку и мясцовой жыхарки Ганны Грачанковы. Жанчына першая звернула увагу улады, вяскоўцаў и журналистов газеты «Маяк», что помник мая потребу у реставрации. Так завертелася кола доброчинности. За полгода атрымалася собрать 1300 рублёў. Неабыякавымі да закліку аказаліся не толькі вяскоўцы, але і фонд міру, прадпрыемствы «Усход», «Урыцкая», домабудаўнічы камбінат. Таму сённяшні мітынг каля адноўленага помніку быў не толькі журботным, але і сапраўды шчырым і хвалюючым. Ён стаў доказам таго, што разам беларусы не толькі ў баі, але і ў добрых справах мірнага жыцця. Хацелася, што тры брата пагіблі. Всё-такі маладыя, 20 лет, кроў пралілі, і как это імена и фамилии ветром выдуло, дождем вымало, их не видать. И высоко они были приклеены
Вы понимаете, и хотелось бы, вот, чтобы ничто не забыто, никто не забыт был. Яны стали донорами крыві для солдат вермахта, а затым были закатаваныя и спаленыя. Ахвяр нечалавечай жорсткасці успаміналі ў Чырвоным беразе. Тут падчас вялікай айчыннай вайны знаходзіўся канцлагер, у якім дзецям былі донорамі для параненых нямецкіх солдат. З 2000 вязняў канцлагера выжыць удалося толькі адзінкам. Наступны сюжэт пра тое, што нельга забыць. Пишу я тебе письмо из немецкой каторги. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. Гэта завяшанне маленькая вязніца Катя Сусаніна напісала свайму бацьку. Дзяўчынка ведала, што ўжо ніколі яго не ўбачыць, як зрэшты іншыя дзеці, якія апынуліся ахвярамі кароткага дзяцінства. Менавіта так называюць концлагер у Жлобінскім раёне і яшчэ дзіцячай хатынню. Тут здесь погубило много людей. Дети в основном такие же возрасты, как мы, 15-16 лет. Как бы все равно тяжело здесь находиться. Они умирали ни за что. Много невинных людей немцы погубили. Жалко их. У Чырвоным беразе немцы заснавалі дзіцячы донарскі лагер. Тут збіралі кроў для параненых нямецкіх салдат і афіцэраў, а целы загінуўшых маленькіх донараў спальвалі. Выжыць удалося нямногім. Адзін з іх Анатоль Чайкоўскі. Былы вязень трапіў у канцлагер у 10-гадовым узросце. Гора, страх, голад і доўгачаканае вызваленне толькі ў 1944-м. Сюды прыходзіць нечаста, але, кажа, з тым не па-дзіцячаму цяжкім болем жыве кожны дзень усё сваё жыццё. У машину грузить и сюда. Тут были сараи такие, и сараи эти всех страшно. Ну а что же делать? Они ж не спрашивали, фронт ты шел. И все, и они, значит, брали, потому что и раненые, и все. Кровь брали, плакали, ну а что сделаешь? Ничего не сделаешь. Людмила Мілашчынка 10 гадоў таму правяла тут сваю першую экскурсію, яшчэ да афіцыйнага адкрыцця мемарыяла. З тых часоў іх было ў яе каля тысячы. Сёння гэтая старонка гісторыі вайны стала яе асабістымі перажываннямі. Абыякавых тут не было ніколі. Безразлічных слушателей никогда не было. Особенно дети поражали. Они так внимательно слушали, и многие из них после экскурсии говорили: «Вы поменяли наше мировоззрение». На гэтым белым караблі надзеі десяткі імёнаў дзяцей, якія загінулі ў канцлагерах. Побач яркія каляровыя малюнкі, кветкі, птушкі і прынцэсы. Той іншы свет, які, не гледзячы ні на што, здолелі захаваць тыя, хто апынуўся на кароткім беразе дзяцінства. Максім Савін пры падтрымцы агенцтва Теленавін. Мноства мерапрыемстваў запланавана ў Гомелі на 9 мая з нагоды святкавання 72-й гадавіны перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Так на плошчы Леніна разгарнецца выстава ваеннай тэхнікі. А ўвечары на алеі герояў адбудзецца маладзёжная акцыя «Флэшмоб Гомель памятае». Моладзь зажжэ больш як паўтысячы лампадак як сімвал памяці аб тых, хто ваяваў за мір для будучых пакаленняў. Яркім фіналам Дня перамогі стануць феерверкі. Дарэчы, на два дні, 9 і 10 мая, міліцыя будзе пераведзена на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Усе месцы правядзення святочных мерапрыемстваў будуць узятыя пад кантроль. У найбольш шматлюдных з іх будзе арганізаваны кантрольна-прапускны рэжым. Тым часам на плошчы Леніна ў Гомелі разгарнулася рэтра-фотазона. Да 17 гадзін кожны можа зрабіць фота з ваеннай тэхнікай, даць сігнал паветранай трывогі, паспрабаваць гарбаты з самавару. Да і проста дакрануцца да рэчаў, многія з якіх суправаджалі нашых байцоў падчас іх ваеннага жыцця. Выстава арганізаваная адзіным у Беларусі ваенна-патрыятычным мотаклубам «Штрафбат». Калі наша брыгада займалася здымкамі гэтага матэрыяла, фотазона яшчэ працягвала камплектавацца новымі рэчамі і тэхнікай. Але гамяльчане адразу пачалі цікавіцца незвычайнай экспазіцыі. Асабліва хлопчыкі, у якіх ваенныя атрыбуты і людзі ў форме, выклікалі павагу і непадробную цікавасць. Па словах арганізатараў, менавіта на такую аўдыторыю дзяцей, падлеткаў, моладзь, яны накіроўваюць дзейнасць мотаклуба. Бліндаж арганізован, камандзірская машына. Сейчас вот самовар ставим. Мы стараемся воспитывать молодежь, чтобы они тоже помнили и знали, как у нас деды, прадеды были, воевали. И то, что у нас есть теперь, благодаря вот нашим дедушкам.
Дню Великой Перемоги 9 мая будет присвечены выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». У студии сберутся ведомые у регионе люди, сотрудники областного музея военной славы, музыканты, удельники военно-исторических клубов, пошуковики. Долучайтесь до разговора и вы. Телефонуйте в студию 37-519. Покидайте свои поведомления у Вайбер. Глядите «Добрый вечер, Гомель» 9 мая у 20:40 на телеканале «Беларусь-4». До урочистости с нагоды 72-й годовины Великой Перемоги мы еще вернемся, а зараз до інших подей этого дня. У Нароулі з'явилась еще одна дитячая гульнявая пляцовка. Такий подарунок городу зробила Федерация профсоюзов Беларуси. У 2006-м эта организация взяла шефство над одним из самых потерпелых районов и теперь оказывает ему разнобаковую допомогу. Об тем, что зроблено, материал Олега Синтюрова. Дитячие сады и школы, районный дом дитячей творчества, школа мастерства, родильный дом. За 11 годов сотрудничества Федерация профсоюзов Беларуси в Наравлянском районе оказывала допомогу разным организациям и конкретным людям. В минулом году 30 тысяч рублей на осмысление материально-технической базы отримала Центральная районная больница. За эти сроки тут не просто капитально отремонтировали дитячие отделения, а и сделали для маленьких пациентов гульнявый покой. Причем разом с садками набили сюда телевизор и всю необходимую меблю, плюс переобстановку. Сталевали столовую. Ранее, кажут, как дитя могло дотягнуться до ежи, на стул приходился класть по несколько подушек. Теперь столы отповедают взрослым пациентов, и былые проблемы стали неактуальными. До речи, допомога профсоюзу подштовхнула инициативу батьков и медицинского персоналу, которые так само унесли свой уклад у добропорядкования дитячего отделения. Нам помогают обычно родители, чьи дети находятся на лечении. Вот в столовой они там нам делали маленькие вот эти вот искусственные цветы, букеты, чтобы для украшения. Нам частично, мы силами своих работников, вот стены разрисовали, здесь еще не успели украсить. Это наши работники рисуют. Это уже традиция. Подчас у всех официальных мероприемств складываются кветки до помника оселенным вёскам. До Чернобыльской катастрофы у Наравлянском районе проживало около 28 тысяч человек, зараз нема и 11. Похованные теперь уже были и населенные пункты, и забороненные для наведывания земли. Трагедия, об якой нельга забывать, але и жить только минулым, так само нельга. Напевно, это можно лечить не выпадковым. От помника оселенным вёскам до новой дитячей гульнявой пляцовки около 50 метров. Символ трагедии Наравлянского района и символ – год рождения. Подчас открытия гульнявой пляцовки керовник Федерации профсоюзов обещает уже у этом годе ее поширить и сделать не горш за те, что установлены у белорусской столицы. Жыхары на роли кажут, что дитячая пляцовка для города саправды необходная. У речи рухомые гульни на свежем поветре залог здоровья. Тем больше, что на протягу опошних годов нараджальность у Наравлі постоянно превышает средний областный показчик. Наравлянский район у Вогли можно лечить прикладом по целом шерху позиций. Старшиня Федерации профсоюзов Михаил Орда перекананы, коли объединять намагания официальных уладов и громадских организаций, процесс одороджения потерпелых районов станет еще больше эффективным. У нас, видим, есть эти проблемы. Значит, эти проблемы спокойно, но их надо преодолевать. И они обязательно преодолеются. Обязательно мы все эти вопросы решим. Но только тогда, когда мы будем вместе, когда мы будем друг другу помогать, когда мы будем плечо подставлять и когда спокойно будем решать эти вопросы. Вот тогда, безусловно, сказать, у нас все получится, все будет хорошо. У Наравлі не утоивать. У экономики региона есть проблемы, связанные, например, со сокращением объема будовничих работ. Разом с тем, по выниках первого квартала этого года, означенный рост вытворчести на 8%, а на местовых промысловых предприятиях этот показчик увогуле удвоя больше. Допомагать необходимо тем, кто и сам працуя. У Федерации профсоюзу Беларуси кажут, ожидание знакомиться с планами местного керавництва и выпрацовать стратегию совместных действий по развитию района. Мы работаем на то, чтобы успешно развивались и государственный сектор экономики, и частные, малые и большие предприятия. И у нас каждый год создается по 2, 3, 5 предприятий малых, которые работают и занимают людей. И в этом году и нам прогнозным заданием доведено создание таких предприятий в производственной сфере. И мы видим, что надо искать. Олег Синтюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» из Наравлі. Сегодня означает Международный день Червоного Крыжа и Червоного Паумесяца. С этого дня и до 1 червеня в Беларуси пройдет традиционный штогодовый месячник Червоного Крыжа.
У яго рамках у Гомельскай области активісты арганізацыі будуць дапамагаць ветэранам, адзінокім пажылым людзям, інвалідам, малазабяспечаным сем'ям. Беларускае таварыства Чырвонага крыжа з'яўляецца найбуйнейшай гуманітарнай арганізацыяй у нашай краіне. Толькі ў Гомельскай области каля 200 тысяч членаў грамадства і больш за 2 тысячы волонтёраў. Гэта іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамуля. Добрых вам навінаў і сачыце за эфірам.